Всем привет! С вами Некромас. И мы с вами начинаем прохождение No Man's Sky. Пока что это будет такой немножко соло-режим. Потом посмотрим, может, мы с братишкой замутим, то есть с геймером Мато, замутим кооперативчик, еще чего. Ну а теперь попробуем начать. Возможно, будем начинать не раз. Потому что иногда тут так начинаешь, что можешь нечаянно и помереть, да? Так, выбираем новая игра. Выбираем стандартный режим, да? Ну, а в будущем, возможно, попробуем еще поиграть режим выживания. Это как бы для интересу. Мы смотрим, что нам дадут. Так, начинаем. Запущена инициализация костюма системы Атлас. Это мы где? Оу, май. 50 градусов. Ну-ну. Уже весело. Опа, заяц какой. Блин, тут зайцы живут. Кажи, сразу вижу железо. Спасибки. Вот на этом. О. Так. И что такое? Собираем феррит, потому что нам сейчас кирдык будет. Так. Так, чего це? Щит. Углерод, погоди, углерод. А где натрий? Здесь же показывают. Да чтоб тебя. Так, погоди, что там нам перезарядить надо?
На, получай, кушай. Ух ты. Я спасен. О, блин, какой красивый костюм у меня. Смотрите, какой шлем. Он никого не напоминает, а? А мне напоминает кое-кого. Так, это что такое? Ты кто такой? Оу, щит. Оу, май. Отдавай кислород. Так, тут что? Так. А, у нас нету этого. Сначала пошли, наберемся натрия. Потом начнем тут. Неясно, чем заниматься. Это что за это? В общем, я пока что, как говорил, типа играю в это. Как бы в соло. Но потом посмотрим, что там будет. Так. Где там этот сигнал? Вон там еще натрий. Там кислород. Тут что у нас? А, мы с этим не можем, да? Вон вижу натрий. Был чего предложить? Еду, откуда я ее предложу, нет у меня. Потом там предложим. Так, вон там еще натрий есть. У меня вот этого зайца я точно буду ловить. Я его хочу.
Так, кто-то пролетел там. Бежим дальше. Ух ты, какие растения прикольные. Ну, у нас, как видите, пока нет этого анализатора, как он там называется. А, наш кораблик, типа, будущий. Собираем всякие ништячки. Да. Возможно, ошибка. Сосуд Эпостешен, вторжение стражей. Создана новая интерация. Получен сигнал. Обнаружена странствующая аномалия. Короче, ни хрена не понял, но было очень интересно. Что тут происходит? Эй, погоди. Посидим. Автодиагностика действует. Подключение к атласу неустойчивое. Взлетные скрытели отключены. Импульсный двигатель отключен. Все отключено. Короче, ни хрена не помню. Кого хрена тут дело, не знаю. Так, подключить экзоскостюм. Дневничка. Ну-ка, ну-ка. Герметик, металл, обшивка.
Это типа нельзя засеяться, да? Так, что там нам надо, погодите? Столб лучезарный. Еще раз сядем, сейчас посмотрим, чего нам надо. Так, что тебе? Герметик, металлобшивка, чистый феррит. Ага, чистый феррит надо сделать. Так, так, так. А как мне сделать, если у меня этой фигни нет? Нам надо искать типа. Что я вижу? Понял. Что такое? Не понял. Чё он так интересно попадает? Да. Ну теперь можно взять этот, эту жемчужину. Почему я ее взять не могу? Что за брехня? Ясно, короче. Так, тут мы все проверили, да? Что там нам надо дальше? Создайте металлическую обшивку, чтобы... Так, создать. Металлическая обшивка. Так. А из чего герметик делать? Чистый феррит. Так, погодите. Что такое? Ой. Я что-то не понял, а из чего герметик делать? А где этот герметик вообще достать? Угу.
Ну так я знаю. Так, ремонт. Найдите запасы. Так я нашел. Так, найдите. Да-да-да, нашел я все. Опять извлечь? Да вы шутите. Ага. Извиняемся. Так, улучшена планетарная карта. Таб. Так, что с ней делать? Е, проложить маршрут куда? А, вот куда. Нифига себе. 900 метров или чего там. А корабль взлетает уже, интересно, или нет? А, понял. Вопросов больше нет. А это что у нас такое? А, это так себе горит. То есть вы хотите сказать, что я сейчас должен 900 этих метров типа кочегарит. Заберем у него кислород. Или углерод, что мы там собрали. Вон натрий. Идем дальше. Спасибо, конечно. Так, по идее, нам куда-то спрятаться надо, да?
Ну, спасибо. Вы как-то сумели дойти. Да? Опа. Так. Модуль подводной защиты. Спасибо. Первая помощь. Что дальше? Минутку, извиняюсь. Да что такое? Сейчас, минуточку. Так. Открываем какой-то там архив. Угу. Никто. Делаю запись на случай. Приходится покинуть внутри фабрикатора. Может пригодиться. Визор поврежден, не могу найти корабль. Забрать припасы. Ой, извиняюсь. Тут что? Ничего, что ли? Углеродные трубки. Установить технологию. Технология установлена. Ага. Сейчас, минутку. Так. А, углерода замало, да? Углерода мы быстро добудем. Ой, блин. Вот вам углерода, сколько хотите. Подберем больше, чтобы...
Интересно, вот с этих больших можно добывать? О, можно. Анализируем. Так, углерод, что там? Фекалий. Ладно, обойдемся пока без фекалия. Ой, мама, не то нажал. Так. Пошли корабль искать. О, погоди ты. А ты кто такой? Тебя уже анализировали, типа, да? Ну, пошли дальше. Так, а сколько мне тут сканировать и чего? Я что-то не врубился. Сканируем дальше. Так, погодите. Мы сейчас опять сдохнем, типа, да?
Ух ты. А это что такое? Угу. Солнечный дюн. Ни хрена себе. Так. Ой, что это такое? А что это я сделал? Метку нечаянно поставил. Прикольно. Да до этого корабля сегодня доберусь, нет? Сканируем дальше. Где там наш кораблик? Чего? А. Технология заряжена. Так, и натрия у нас нет, конечно. Вон натрий. Ура, нашли натрий. Да-да, знаю, сейчас. Технология заряжена. Так, тебя мы, кажется, сканировали, да? Сканировали. Oh, shit. Ура, мы дошли до кораблика. Так, это что за гриб? Не сканируешься, нет? А тут что? О, блин, я этого-то не видел. Давайте-ка. Ну, натрий нашли. Сжатый углерод. Так, пошли в корабль. Так.
Обучение. Так, чистый феррит, дегидрит. Дегидрогенный гель. Требуются продвинутые. Так, создать металлобшивку. Так, требуется чистый феррит, разместите. Ага, З. Так. Так, а что нам надо сделать? Чистый феррит, да? Давайте сжатый. Давайте все сделаем. Там, если что, я потом за кадром. Так. Все системы исправны. Ищите ответы среди звезд. Нажмите W, чтобы взлететь. Ладно. Я немножко по-другому поступлю, да? Наверное, на этом мы закончим нашу, как бы, эту первую серию. Видите, какой классный у меня костюмчик. Я вообще-то хотел бы еще тут по этой планете полазить, поискать что-то, поинтересоваться, да? Там как там эти все, короче, где там каталоги и так далее. А вам всем удачечки, здоровечка. И мы продолжим проходить эту игру. Возможно, не буду делать там какие-то особо там длинные крутые серии, но... Побегаем, посмотрим, чего у нас получится, как нам будет вести. С вами был Некромас. Мы играли No Man's Sky. И до встречи в других видео. Пока-пока.